Здравствуйте. Ну вот, у нас у него такой станочек. Это GPT LP 20 QS. Перестал он прогревать. В общем, дело в том, что я пытался прорезать металл. Вот, двойку. До этого он меня резал. Ну, дня 2-3, наверное. Все прорезал. И вот в один момент он просто перестал прогревать. Вентилятор работает. Не прогревает. Лазерный источник поступил в ремонт. Первичная диагностика, проверка всех проводов. У GPT источников трехъярусное расположение волокон. Верхний этаж, второй и третий. Проверка электроники, внешний осмотр. Это контроллер и два лазерных диода накачки. Один послабее, другой помощнее. Теперь разборка трех этажей. Первый этаж, второй и нижний этаж. Обрыв волокна произошел на самом нижнем уровне. Вот здесь. Волокно все залито полимером. Для этого его надо вскрывать, заваривать. После сварки волокна проверили электронику, проверили потребление. Также провели диагностику на разных режимах в течение 8 часов. Все работает. Лазерный источник предназначен для маркировки и не предназначен для резки металла, тем более 2 мм. Лазерный источник исправен и отправляется клиенту. На этом все. До свидания.